Беломорье. Еще до нашей эры здесь жили племена саамов. Камни окружали их с рождения до смерти. Они молились камню и приносили ему жертвы. Прошли века, но ни одному исследователю не удалось найти святилище саамов. Ни одному. Хотя ученые полагали, что святилище существует. Где? И есть ли они? Однажды старая поморка рассказала нам легенду. Это было очень давно. Так давно. Ой, очень давно. Когда немецкие люди напали на наши села, на поморские села, на карельские деревни. Все грабили, все брали, ничего людям не оставляли. Шли на Соловецкий монастырь. Но Господь не допустил ворогов. Сбушевалось Белое море, пала страшная погодушка. Унесла у них весла, унесла у них паруса. Ничего они не смогли орудовать. И поневоле они пристали к каменистому острову. Разожгли огонь, досели греться, а тут и все окаменели. С тех пор высятся их только плечи да головы, а остров зовут Немецкие кузова. Что это? Быль или небыль? 300 лет назад шведы действительно ходили на Соловки, а на Руси шведов звали немцами. И немецкие кузова, они тоже существуют. Нет ли связи между их названием и легендой? Немецкие кузова, пасынки Беломорья. Они лежат далеко от путей рыбаков и мореходов, в почти непроходимых местах. Сколько же лет здесь не ступала нога человека? 100? 1000? Прямо от берега крутая скала в небо, 150 метров. Стоит ли подниматься? Остров как остров. Но когда мы поднялись на вершину, перед нами предстали странные сооружения из камней. Конечно, в природе встречаются такие феномены. Ветер, дождь и время делают порой удивительные вещи. Но здесь огромный валун, поставленный на ножки. Это же Сейда, священный камень саамов. Сейды известны науке, но их сохранилось всего несколько десятков. Они разбросаны поодиночке в Финляндии и Норвегии. А тут? Сколько же их на одном месте? Сейда, покрытая камнем. Такого еще нигде не встречалось. Рассказывают, что охотник сам носил у пояса камушек для счастья. Раз в год ездил к Сейде менять его. Так вот они. Камушки-амулеты. Сейды были лишь началом. Здесь, на вершине острова, нас ждало настоящее открытие. Человек, не человек, окаменевший немец из легенды. А это зверь, птица. Как точно подобраны и сложены камни. История говорит, что каждый саамский род имел свое божество. Был род тюленя, род орла. Есть описания таких идолов, но никто не видел их. Саамы считали, что идолы помогают, но лишь до тех пор, пока их не увидит чужой.
Неужели действительно идолы? Не верилось глазам. Ведь здесь их сотни, целый пантеон. Уникальный музей древней северной культуры, о которой нам почти ничего не известно. Невольно вспоминается остров Пасхи и спрятанные там каменные божества. Сегодня саамы – маленький народ. В нашей стране их не больше 2000. Они пришли на север 30 веков назад. Кто они? Откуда? История их полна загадок. Вот еще одна из них – лабиринты. В одиночку и группами они лежат вдоль всего западного побережья Белого моря. Лабиринтами интересовались давно, но тайна их все еще не раскрыта. Загадочные спирали сложены будто нарочно для того, чтобы мы ломали над ними голову. В народе говорят «Вавилоны» – огород великана. Простые и сложные по рисунку, они похожи в одном. Двигаясь между витками, мы всякий раз попадаем в центр, в тупик. Что это? Тоже святилище? Или какой-то план? Лабиринты всегда у воды. Не связаны ли они с морским промыслом? Мы решили проверить это. Что если взять схему самого примитивного лабиринта и построить на отмеле ловушку, похожую на него? Споры о лабиринтах идут долгие годы. Одни считают их могильниками, но раскопки пока не дали результатов. Символ солнца? Пожалуй, нет. Саамы рисовали солнце в виде квадрата. Чем могли пользоваться древние рыболовы? Камни, колья, травяные сети. Мы тоже взяли мелкую сетку, в которой рыба не запутается. Теперь дождемся прилива. И, конечно, отлива. Даже на этом мелком месте рыба попалась. Значит, все-таки ловушки? Однако загадка не разрешилась. Ведь лабиринты не остатки ловушек, а только их схемы. Для кого старались саамы? Передавали свои знания потомкам? Учили молодых? Может быть, это школа и одновременно храм? Но самое удивительное, что в начале века на Крите нашли монету с рисунком лабиринта, похожего на Беломорский. Остров Пасхи, Крит, Кузова. Нет ли связи между древними островными культурами? Сопоставление странное, но странность это из тех, что развивают наше познание.